Так. Идем, короче. На 218-ю. Осталось 1,5 километра. Нашли мы какой-то не тот заезд. Вот вся банда. Самая свирепая. Нет. А там в дерево упрешься. Вот, вот так, давай. Все, теперь максимально влево и вверх. О, давай, 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 давай. Еще чуть-чуть. Оп. Жопу сносит, а тут переднее колесо в сосну упрется. Ну теперь, Паш, выходи и посмотри, что ты наделал. Теперь выйди и посмотри, что ты натворил. Папа, я хочу в машину. Ты в машину хочешь? Тебе холодно? Не нравится? Смотри, сейчас будет ехать. Право, право, право. Стой! Стой, 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 крыша! Стой! Что там проходит? Проходило. А сейчас? А сейчас уже, извините. Нет, Паш, ты в сосну. О. Еще. Давай, давай. Проходит, проходит. Да? Да, нормально. Левее бери. Что ломает? Все, можешь плать, что тоже не упадет. Надо было туда направо. А я тут тоже так думал. Сразу направо идти? Он просто начал буксовать, и его понесло вниз. Сюда, сюда. Давай сюда вокруг дерева, отбрасывай ее. Стой! Ты оба конца мне. Сука, по УАЗ. Паша! У тебя бензопила? Да. Спили, пожалуйста, березу, которая передо мной. Все. Не уходи, потому что снимать не придется. Да ее пока не надо снимать. Я так чувствую, у меня вариант будет как у Ярика. Это дерево-то сухое. И под наклоном.
лицо береги, сейчас залетит в окно тебе. Она уже поломалась. Да ты так думаешь. Да у тебя зуб выбьет. Сюда! Тебе сюда надо! Нам развернешься! За мной! Мы знаем. А Роща приехал с Аллой? Не знаю. Я думаю, что его не будет, поэтому и Рус не приехал. А, ну да, да. Все, покажу. Все, можно, ждем. Не, так, а Рус что, не знает, что у Паши день рождения? Можно было. Позвонить, сказать, хоть тортом детей бы накормил. Берет. Да. Так, там сзади ему этот, чтобы он не ушел. Да. Полный привод отключаете, сказать, что нам залегче выворачивать. Руль не крутится на полном. Что это не крутится? Полтора метра. Давай, давай на полном. Валерка там сейчас научит. Паша смело заехал. Папа сильный. Давай. Какой папа идет папиросы с ящиком в отчаток. Рядом маленький или на пригорок не заезжай, перевернешься. Давай, я здесь. Это я понимаю. Сзади еще за метром. Полтора. А, хорош уже. Можно. Здесь быстро не надо. Быстро не надо. Здесь улетишь не быстро. Нет, мы стоим, мы тоже идем. Левое колесо вот здесь идет. Вот на эту ветку уезжаешь. Не надо быстро. Ваши документы. Что? Оса? Или что? Смотри, яда выпустила сколько. Что? Оса. А-а-а. Нет, хорошая визуальность.
Левым колесом вот сюда. Валерку тормози на секунду. Лево, лево, лево руль. Куда ты поехал? Лево руль. Еще лево руль. Да, вот так. Это не так страшно. Валерка сразу езжает, а? Что-то предательство. Класс. Хорош. Он там знает все ходы. Ты смотри, что сделал. Ты поехал на пригород. Еще немножко. Вот это колесо бы у тебя упало вот туда, и ты бы поехал. Либо перевернулся, либо бы потянулся. Снимайте, Валер. Так, Паша, ну что, надо проезжать. Поехали наверх, проедем. Подожди, не уходи, тихо, Валер. Подожди. Езжаем наверх. Пойдем, будешь меня снимать. Он просто доехал. Не так страшен черт, как его рисуют. Как его малютка. О, ау, этот Рехстон еще. Пойдем туда. Сейчас покажем, как надо. Дерево, дерево, Олег. Сейчас стой, стойку упрёшься. Давай еще влево. Там, в принципе, можешь бампером в дерево. Смотри, может быть лучше вот так. Слишком вы. То есть вот так. Более прямой угол возьми. Большой и красивой родины. Это лично. И ждем новых встреч в Карпатах. Я уже не дождусь. Это стоит. Тебе не Кучма награждать. Так что все, всем спасибо. Поездка только началась, но уже приятно. Что приятно всем поездки на сегодня. Валера! Пленка кончилась. Волчик, ну что? Расказочистку сняли. Ты выйдешь, Вол. Давай. Зеркала сложи. Отлично. Прошел. Давай, давай, давай. Чуть-чуть вперед, влево руль. Справа!
Давай, давай, газку, 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 газку. Что там, кто у нас там слабое, слабое звено? Нет, я глубокий как-то расширил, чтобы все разбежали, если вас не вставал на то, Олег, она вообще в ту сторону? А? К точке в ту сторону. В ту сторону, значит, в ту. А я, блин, хуй там на тетке навесил. Отмолился. Олег, я не успел поснимать, можешь сначала? Что, тебя выколупывать? Может, толкнуть? Реально такая. Да. Давайте толкнем. Хорошо, Олег. Болотце. Стой, сейчас толкнем. Олег. Валер, я не могу, я оператор. А вы тут не первый, обратите внимание. Давай. Олег. Олег. Назад, назад. Вперед. Назад, да? Сейчас мы сядем и все. Да нет, сейчас не знаю, что здесь уже так. Потом-то я выровнял колеса и только. А нет, потом тоже только что ты выровнял. Здесь, кстати, вот на таких сликах может быть даже и шансов побольше. А куда ехать? Да я хотел бы, потому что точка там, хотел посмотреть там на сколько. Это вот эти мады слики, да? Да, попробуй, тебе на слики. Прикольно. Валерка, ты понимаешь, что тебе разгон надо набирать уже здесь, на тем раскладом. Там Ниву видишь сзади? Там Нива неплохая сзади стоит. Валерий пофиг, он видит цель. Коксу, коксу, коксу! Подтолкнуть, Валер! А, это он тебя пошел тянуть вперед? Он пошел закапываться вперед. Хочет закопаться тоже. Вот. Все. Не, смотри, ползет по чуть-чуть. Грызет. Дальше за трактором идти. Блять, у меня же только трасса не будет. Все. Все, пауза. Ну дальше, дальше залез. А ну дай мне вот эту штуку, которую... А возьми на этот, на последний. Да, на последний впереди. Где наша пауза? Ты мне скажи вначале, твой трос. Не холодно в руки там, может, перчатки? Попробуй ехать через обёртки, поэтому мы не поедем.
Можешь пойти, посмотри, какая там грязь. Мягкая, провалиться можно. Нет, так ты просто собирай. Давай, давай. Плохая затея была, я так назад. А, кто кого выкинули? Друг за друга подтягивают. Валера, тяни сильнее! Тяни! Зарываешься. Может, ты меня вытащишь лучше, а? Ну да. Или Андрюха вон. Или у него троса нету. Получается нету, левая не крутится. А что ему сейчас блоки включать, если он на лебеде выйдет потихоньку? Но на работу в каком году? Это BMW, да? Да. Что-то новое вы такое говорите. Это полностью телефон. Ну, это Android, это Android смартфон, да. Ну, все, Android. Вот, да, здесь. Ну и что? Ну что, есть уже кому вытащить? По кругу хочет объехать или Валеру дальше? А, то есть он заехал дальше Валеры. Все, Валерчик, до новых встреч! Пока. Валер, видишь, ты уже не на первом месте. Не, ну подожди. Красиво не хочет.
Вот он, новый лагерь. Нас там ждут на той стороне болота. Показываю, вон там болото. Эгегей! А у нас здесь уже свой лагерь. Где там? Самовар. А где самовар дели? Сделай так, чтобы здесь было веселее. Не вижу самовара. Вот он. Самоварчик. Все режется, готовится. Мужики там даже рубятся вон. Если видно, уже спасают. Два собрата Сузуки. Найти точку пешком и протоптать для нее трапы. Да. И людей там по пасмурному методу. Вон она, едет туда прямо. Это